Эстонии, как оказалось, со дня на день ждут вторжения российских солдат и готовятся к полномасштабным военным действиям. От добровольцев, которые хотят за пару недель освоить военное ремесло, просто нет отбоя. Откуда такой энтузиазм, расскажет моя коллега Тамара Нерсисьян. Лес на окраине Талина. Вот уже несколько недель здесь идут военные учения. Мужчины в камуфляже учатся стрелять из автоматов и минометов, маскироваться в лесу. Причем все они не профессиональные военные, добровольцы решили поддержать армию своего государства. Прежде всего, я хочу помочь стране сделать свой вклад в укрепление обороноспособности. Заодно я получу знания и навыки, которые могут пригодиться мне в гражданской жизни. Здесь я пойму язык, на котором говорит армия моего народа. Инженеры и врачи, бухгалтеры и студенты плечом к плечу спешат освоить военное ремесло. В это военизированное подразделение волонтеров уже вступили 16 тысяч человек. Для сравнения, регулярная армия Эстонии в четыре раза меньше. С кем воевать, волонтеры с гранатой уже определились. Антироссийская пропаганда помогла. Мы окончательно осознали появление зеленых человечков на наших границах реальность. Вполне вероятно, зеленые человечки появятся и на улицах наших городов. О том, что Россия спит и видит, как захватить Прибалтику, каждый день упорно твердят эстонские СМИ. От Таллина до границы с Россией всего каких-то 150 километров, а еще 25% населения – этнические русские. Дипломатические отношения с каждым днем все хуже, а значит, пора готовиться к войне. Тем более Министерство обороны Эстонии такие инициативы только поддерживает. Мы должны быть готовыми к различным атакам врага и к традиционному вооруженному нападению и кибердиверсиям. В современной войне много и проявлений, так что мы тщательно тренируемся, чтобы дать отпор любой агрессии. Военную истерию в Эстонии тем временем с энтузиазмом освещают на украинских телеканалах. Добровольцы всегда нужны, тем более, что в Незалежной теперь есть закон, который позволяет иностранцам воевать в рядах украинской армии. Тамара Нерсисьян вести.